24 часа в сутки, всегда в эфире телерадиокомпания «Губерния». Нам уже 5 лет. Мы каждый день вам говорим... Доброе утро, «Губерния». Встретим новый день вместе. С нами встречают утро, узнают новости днем, подводят итоги вечером. Мы говорим понятным языком, подробно и о многом. В эфире программа «Кто в доме хозяин?». Все, что нужно и важно знать о жилищно-коммунальном хозяйстве. Расскажем сегодня. В нашем доме хозяин-телезритель. Мы всегда знаем, о чем говорить и что интересно людям. Вот уже 2 года Самара живет футболом, живет ожиданием праздника, из-за которого и ради которого меняется область. Может быть, меняемся и мы сами. Чемпионат мира 2018. Что уже сделано и что еще предстоит сделать? За эти 5 лет мы сильно изменились, выросли и окрепли. Из новичков на рынке СМИ получилась крепкая телерадиокомпания. Мы конкурентоспособны. Мы вообще способны на многое. Иногда от нас в шоке даже наши коллеги. При этом в любых темах мы всегда видим берега. Кстати, даже грушинские. Здравствуйте! В прямом эфире программа «Грушинские берега», где мы обсуждаем все, что связано с авторской песней. Телерадиокомпания «Губерния» — это новости каждый час в прямом эфире. Оперативно, понятно и часто эксклюзивно. В эфире новости «Губернии», в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте! И сначала коротко о главных темах выпуска. Села, районы, города. Мы всегда следуем за главой региона и не понаслышке знаем о плотном графике рабочего дня. Говорим о принятии важных решений, о том, что будет дальше. Госдума, правительство Российской Федерации, Кремль. Командировок много. Мы замечаем детали, слушаем и слышим, а после рассказываем и объясняем. Наша задача о сложном говорить просто. Добрый вечер. В эфире «Бизнес-новости». Обзор событий в сфере финансов в ближайшие минуты. Прямые трансляции с важных событий. Вот уже больше года передвижная телевизионная станция к вашим услугам. Оперативно, из любой точки, благодаря оптоволокну, сразу в эфир. Это картинка высокого Full HD качества. Трансляции баскетбольных матчей остались довольны и европейские зрители. 4 держим. О, красавец, Слава. 4, внимание! Это, казалось бы, маленькая машина способна конкурировать с большими фургонами. Размер не главное. Главное – умение. Прямые трансляции со встреч губернатора, с главных мероприятий региона. Мы способны. Как вы уже поняли, у нас есть амбиции. Причем не на пустом месте. Просто говорим о них нечасто. Главное – это жизнь региона, а не наша. Мы следим за тенденциями и всегда обо всем в курсе. Мы – победители многочисленных международных и всероссийских конкурсов. Сейчас коллектив телерадиокомпании можно назвать одним из сильнейших в областных СМИ. Это как и молодые сотрудники, так и уже опытные коллеги с многолетним стажем. Здравствуйте! Время инноваций на телеканале «Губернии». С вами Олег Зверев с рассказом о наиболее интересных научных и производственных новостях в жизни региона. Мы говорим на разные темы, будь то культура или экономика. Мы и серьезные, и неформальные. Мы готовы к трудностям и готовы идти навстречу. Я не знаю, видно на картинке, нет. Совершенно потрясающий такой коридорчик, у которого из стен торчат такие острые камни. Сейчас буду пытаться идти вперед. Вот так, день за днем, мы идем вперед. Сказать, что все дается просто, конечно же, нельзя. Командировки в горячей точке, в ту же Чечню. Или экспедиции холодной зимой. Живем в палатке. Мы готовы учиться и всегда учимся. Узнаем что-то новое и рассказываем об этом телезрителю. При этом говорим только то, в чем на самом деле уверены. И нередко даже устраиваем проверки. Мы тоже решили провести небольшой эксперимент с помощью рулетки и спичечного коробка. Проверим. Эта яма никаким стандартам не соответствует. Ее длина 70 сантиметров, а глубина гораздо больше. Мы знаем, чем живет губерния. Мы живем губернией. Радуемся успехам аграриев. Приятно находиться в элите. А если это элита – тучные колосья созревших зерен, то душа вообще радуется. Говорим о строительстве, открытии ФОКов, дворцов, поликлиник и детских садов. Мы поднимаем цену каждого здания. Цена не только в деньгах. Мягкие игрушки, кубики, машинки и даже телевизор.
Похвестневы детские сады не строились уже десятки лет. Последний раз здесь открывали дошкольное учреждение 33 года назад. Губерния – это две студии в разных частях города. Вот это наша гордость. Современный, отвечающий всем тенденциям павильон. Студия «Конструктор». Собирали долго, но зато с умом. Уже скоро ток-шоу в прямом эфире. Уже скоро мы выйдем на связь сразу из Самары и Тольятти. Ну, хочу сказать, смотрите «Губернию». Нам бы хотелось, чтобы смотрели. Почему? Мы хотим, чтобы мы друг друга лучше понимали, слышали, слушали друг друга. И тогда наши дела намного быстрее. Я имею в виду в области связи, а в других областях намного быстрее пойдут. И мы будем гордиться все не только в сфере связи нашими достижениями, но во всех областях и отраслях экономики и в областях жизни. Успехов! Ради наших зрителей мы научились даже летать. Теперь губерния с высоты птичьего полета. Вот он, квадрокоптер, вертолет с маленькой камерой, благодаря которому такие красивые завораживающие планы. Мы понимаем, регион строится, и мы готовы показать каждый объект во всей красе. Губерния – это три канала вещания, в том числе ВАСТовы и Терра Россия-2. 60 программ о самом разном. Эфиры ручной работы смотрят даже за рубежом. Онлайн-трансляция на сайте позволяет. Мы многогранны, впрочем, как и наша губерния, о которой мы всегда говорим. Здравствуйте! Самару озарила яркая радуга талантов. В Доме дружбы народов открылся детский творческий фестиваль. О традициях башкирского народа расскажем сегодня и смотрите далее в программе. Мы умеем дружить и находить общий язык. Мы открыты. Разнообразие программ позволяет. Сначала познакомь нас, пожалуйста, с этим чудесным созданием. Это лисичка Феник, ее зовут Люся. Нас видят и слышат 900 населенных пунктов. Для многих мы единственные, рассказывающие о регионе. Благодаря региональному центру телекоммуникаций и областному радиотелевизионному передающему центру наши зрители – это 3 миллиона человек. Спасибо, что вы с нами. Совместно с телерадиокомпанией «Губерния» мы вместе 5 лет доставляем контент телерадиокомпании до зрителей нашей губернии, и охват населения практически составляет 98%. В круглосуточном режиме следим за качеством передаваемой программы. Мы стараемся быть объективны. Мы говорим о проблемах, анализируем и погружаемся в темы. Точки над «и» пока расставлены только в этих темах. Дальше больше. До встречи. А дальше и на самом деле больше. Мы же знаем цену слова. В эфире «Радио Губерния». Это радио, которого ждали. Все самое интересное для каждого жителя региона. Охват – вся область. Новости каждый час, общественно-политическое, культурно-просветительское и развлекательное вещание. Гости в современной студии, музыка, которую любят, в том числе и самарских исполнителей. Мы уже вещаем в тестовом режиме. Ну, программа интересная, вот пускай он все это поподробнее все расскажет, так интересно просто. Это, ну, понятно все. FM-диапазон позволит зайти самарскому губернскому радио в каждый дом, звучать в каждом автомобиле и в каждом мобильном телефоне. Нам есть о чем рассказывать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы говорим о жизни губернии. Мы способны. Мы конкурентно способны. Мы – это телерадиокомпания правительства Самарской области.